Сейчас у меня будет ваза династии Мин, или как она теперь называется. А, луковое дерево, да. Луковичное дерево. Я прошу прощения. Ух ты, воду доработали. Не, Лерк, здесь изменений достаточно прилично. Корзиночник, окей. Так. Главное не упасть в воду, как обычно. Главное, мать его, не упасть в воду. Это будет, как всегда. Так. Теперь что? Вот. А, растение мин. Просто. Окей. Что-то даже красиво все стало в игре. Так, я еще графен поднял. Графен. Лампидновое дерево. Сейчас посмотрим, сколько теперь фрукты дают. Вообще на дереве фруктов стало чуть-чуть больше. Насколько я могу заметить. Занимают они по-прежнему 2, 5 и 3. Да! Теперь, ну, нет, ты знаешь, с одного дерева ты не наешься. А если вот так вот... Ой. Ладно, ладно, я еще поем, мне не лень. Вот. В принципе, если деревьев несколько, то можно вполне себе нажраться нормально. Так, возьмем с собой 4. Так. Внутреннюю... Ну, до внутренней грядки я еще добегу, это нормально. Тут, правда, пауканы тут прыгают, блин, всякие. Так-с. А, надо сначала изучить, да, конечно. Так, с мраморной дыни изучил. Потом мы делаем такие бдыньк. Кстати, а сколько теперь мраморной дыни восстанавливает? Маленькая мра... Вот смотри, можно дыньками питаться вполне себе. Дыни восстанавливают очень прилично по-прежнему. Деревьев нет, а дыни, да, засадился дынями и все. Хотя и наелся, и напился, и умылся, и усался. Прям как у меня сейчас в этом было. В бане что-то. Правильно? Правильно. Чувак, хедкраб. О, комната. Изучил, хотел изучить хедкраба, изучил комнату. Прикольно. Ау, жопа. Чё ты такой прыгучий-то, зараза такая? Ау. Так, все, изучил этого крабика. Ай. Так, записка. Живая стена. А, окей. Оп. Отлично. Вообще без палева постоял, изучил крабик, что-то рядом прыгает, такой, мол, ок. Давай по текстуркам, неплохо. Че, переборка? А? А, перегородку изучать тоже надо, нифига себе. Переборка, конечно, но перегородка, ладно. Очень русские они, я понимаю. А, даже здесь аптечка. Ужас, сколько можно. Дайте что-нибудь полезное, ну хотя бы батарейка уже полезнее будет. Эть. Ага, выйти нельзя, окей. Здесь тоже ничего, что? Ладно, неважно. Я изучу прожектор, не обращайте внимания. Дыни неудобно. Почему? Дыни весьма удобные. Смотри, сажаешь 4. Дальше 3 ешь. И одну найти на тара-та-та-та семена. И снова сажаешь. Тярень-тярень-тярень. Такс. Здесь, короче, все. Здесь мы изучали. Так, следующий номер нашей программы. Следующий номер нашей программы находится один вот там, а другой вон там. Я, по-моему, помню, как идти сейчас на правый. Давай. Оп. Что с тобой случилось, а? Так, да хорош. Да перестань. Играется тут со своим инструментом. Так, отсюда выход. Чему он постоянно звенит? Такое чувство, как будто я с собой бутылки таскаю. Так, розовый чипец. Розовый чипец остался таким же.
Рожево-чипцом. Рожево-чипец. Что это? А, это погремок. Погремок — это топчик. Всяк, норм в ластах прыгать. Да, весьма. Меня все устраивает. Я не знаю, что тебя не устраивает. Меня все устраивает. Так, какая аврора туманная. Чуть не сказал пыльная. Так, и, собственно, да биби, ёпты. Спасибо. Фух, постоянно сажать лениво. Ну, питайся фруктами, собственно, с четырех деревьев можно с нуля нажраться просто только так. Так. Ага, обсерваторию точно изучить надо. Куда же я без обсерватории-то? Ты в ластах шаг звенят серебряные шары. У меня свинец. Свинец не должен звенеть. Так, теперь мне надо вон туда. Так. Я надеюсь, урон от падения не добавили. Не, не добавили, нормально. Я как чувак в дубне, у меня все гасится от падения. Слушай, ты меня достал уже. Все, убери. Я реально чем-то звеню, такое чувство, как будто цыган долбанный. Ай, на-не. Дзинь-дзинь-дзинь, позолотите ручку. Так, сюда, давай. Эх, прыгай. Найс. Сейчас главное не упасть. Либо, я не знаю, либо у него ключи висят, я не знаю, таврор на поясе. Ну как, ну сколько можно звенеть? Так, вода, хоть за воду спасибо. И вот, внутренняя грядка, хорош. Пришел к дороге, Димасик. Что нового в обновлении? Да, много чего. Правда, много чего. Описывать задолбаешься. Так, все? Мне больше здесь ничего изучать не надо? Видимо, нет. Мне нужна папоротниковая пальма, потому что, блин, она мне просто нравится. И как бы... Все на самом деле. Собственно, все, что мне надо изучить, я изучил. Теперь можно плыть совершенно спокойно домой и быть счастливым. Из-за того, что я все... это изучил. Так, ну-ка, попытка номер два. Я хочу еще раз так. Оп! Ать! Хе-хе-хей! Главное что? Главное уметь. Красота. Вашу ума! Рыбкой в землю, правильно. Все правильно сделал. Так, стопэ. Они что, этот остров исправили? Серьезно? Я не помню этого захода. Я помню, что здесь была гора, да. Я не помню этого захода. По-моему, они немного допилили остров, потому что здесь этого... Я вот реально, я могу зуб давать, что здесь раньше такого этого не было. Здесь был холм, но прохода на него не было. Сейчас же официально дорога просто сюда есть. Дарюшка, дарюшка. Оу. Это что такое? А, это, видимо, пласт соли, который в этом... На видео вступительном показывал, что его, мол, добывать можно. С помощью экзокостюма, естественно. Окей. А вот, собственно, и гавань. Так, да, ок. По-моему, одну дорогу добавили в итоге на остров. Гавань-гавань не осталось. Оп. А здесь на острове был, можно было изучить еще части чего-то. Оп. По-моему, здесь можно было найти что-то. О, грядки еще, например. Вы посмотрите, сколько растет, охренеть. Вот я понимаю, жили люди, а? Жрали как не в себя просто. Розовый чипец растили. Где дыня? Вот дыня. Так, ну-ка, а сколько? Вот большая сколько?
22 еды и 15 воды. Да почему бы и нет? Хорошо восстанавливает. В гавани что-то есть или ничего? В гавани ничего нету, и если чуть-чуть расколбасить в стороны, то туда можно, в принципе, впихнуть даже Лерку. Я извиняюсь, Лер. Естественно, впихнуть циклопа, да. Это звучало несколько, ну, двусмысленно. Ладно, поплыли обратно домой. Плюк. В принципе, все, что мне необходимо, я добыл. Главное помнить, что переносить надо правой кнопкой мышки, а то левой кнопкой мышки я вообще все сожру тут же. Лерка не толстая, да, Лерка не толстая, не-не-не. Широкой души человек. А потом еще с маской в Лерку, куда же? Куда же без маски в Лерке-то? Сколько островов? Два. В Субнаутике пока что два острова. Один полезный в плане еды и необходимых, ну, исследований. И на нем я сейчас, это первый остров, который вообще в игре появился. Есть еще второй остров, в котором куча базальта, алмазиков и так далее и тому подобное. Но он опасный, потому что рядом с ним плавает Левиафан. Но к нему все равно придется идти, потому что вблизи этого острова изучается много чего. Жопа вылезла, обгломиться. Да не, Лерк, мы ж тебя любим, ты чё? Ты сама любишь, когда я в тебя смазку напихивал там. Между прочим, самой нравилось, так что давай без этого. А потом еще моды в тебя вставлять буду. Самой, между прочим, нравится, но делает вид, что культурно. А потом после раннего доступа добавит матери, только хардкор. Такс, окей, Жош, приплываю уже, собственно, к дому, нормально все. Правда, зеленый биом подо мной, но такое. Я уже достаточно близко к дому подплыл. Красота, вот... Стоит отдать должное. Красота из Субнаутики не делась никуда. В Субнаутику по-прежнему жутко красиво играть. Блин. Игра великолепная с точки зрения именно графена. И гораздо лучше, чем... Да, она намного... Блин, она в 18 миллиардов раз меньше, чем No Man's Sky. Но она красивая. И как-то более полная, что ли, даже, чем No Man's Sky. Чё? Шо? Опять? Обнаружено 9 новых биологических субъектов. Переключение режима поиска анализа, отправка вместо положения другим агентам. Ок. Так, значит, что мне теперь надо? Мне надо с собой многотитанье. Так, многотитаний я сейчас многоделаю. Представь, как играю в Субнаутику VR, охрененно. Вот, Субнаутика это одна из тех игр, для которых, да, Oculus Rift или Vive или так далее, очень хочется прикупить, конечно. Потому что Субнаутика, она VR была бы, ну просто это что-то с чем-то. Учитывая, что ее для VR по-прежнему развивают, то есть с направлением виртуальной реальности, это просто офигеть. Блин, посмотрите, какой красавец. Я его так обожаю. Он так офигенно выглядит. Так, ну что ж. Начнем, что ли? Так, с база. Оп. Что? Так, закройся. Он по-прежнему здесь. Акула, какого хера ты здесь? Вот реально, это полный бред. Помнишь, Номер, ты не верил про Левиафана в биоме в безопасном? Вот, пожалуйста. Один из тех вариантов, когда даже песчаная акула может в безопасный биом попасть. Хотя она достаточно далеко от места обитания своего. Жесть. Мне можно по-хорошему с ней, конечно, схватиться, но я боюсь, что она меня сожрет нафиг. Она слишком быстрая, ее нельзя каруселить, в этом вся фиговина. То есть обычно того же сталкера каруселить можно.
А вот, вот эту вот акулку каруселить не получается, потому что она слишком быстрая. Да. Так, ладно, что у меня там? Все, ок, погнали дальше. Иногда, когда вхожу, такое чувство, будто я в пол провалюсь. Я чувствую себя немного гномом. Ну да ладно. И еще титанчик. Ты так не отпраздновал новоселье с акулой? Да, что-то как-то нет, да. Эта акула смешная, нет. Она ни хрена не смешная. Мне как топ. Тебе, конечно, здорово, но у нас очень не любят это приветствие. Поэтому ты смотри. Я как бы разрешил модерам за это приветствовать. Да, Лерка, я, собственно, доступ разрешил тебе тоже, да? За такое вот приветствие мутить. Ну, потому что глаза уже болят от такого. Надоело. Первый, может быть, 3-4-5 раз было прикольно, но потом банально надоело. Что? Серьезно? А, не, не серьезно. Я подумал, что она теперь 4 титана требует, а это у меня просто 4 титана было, а требует она по-прежнему 6. Так. Титанчик. Оу. Да-да-да. Да-да-да. Тарац-тарац-тарац. Да-да-да. Так. Еще один присобачили. И мне теперь кварц нужен. Так, кварц. Пока ночь, естественно, заряжаться не будет, но как только день наступит, нормально будет. Да ну брошек, сразу видно дураков. Здорово, Зерпаник, давно тебя не видел. Не, ну так-то да, но все равно, Лерк. Ну, короче, ты поняла. Ну, вот, собственно, хоть комната нормальная, слава богу. В принципе, можно теперь сделать вот так вот. Так. И вот так вот. Сейчас будем комнату обустраивать. Так, передатчик мне надо. Здесь у меня будет переход. Здесь у меня будет три этих. Давай сюда его пока. Или не-не-не-не-не. Нет, нет, не-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 не. Знаю, куда я его поставлю, но чуть позже. Так, мне. О! Спасибо. День наступил. Мне нужно стекло. Оп. Так. Обесточено. Ждем-с. Надо подождать 10 энергии, к сожалению. Я с телефоном мутать не могу. Это как? Это очень странно. Как ты живешь без звука? Чему это? Да не знаю, Лерка терпит, короче, да. Вот не может она сейчас мутать и прям вот терпит вся из себя. Мне нужно стекло. Так, хорошо. Сейчас я построю здесь шкаф. Значит, здесь у меня будет крафтилка, да? То есть вот тут вот у нас будет шкафчик. Хорошо. Так. С правой кнопкой мышки. Правой кнопкой. Я помню это дело. Так, забираем себе все отсюда. Так, разбираем этот шкафчик. Хорошо, разбираем эту крафтилку. Хорошо. Теперь, значит, крафтилку ставим вот сюда и вот. Так, и представь, что в релизе будет отниматься открывание шкафа, и то, что лежит шкаф, будет на полочке. Было бы круто. Номер, об этом мечтают на самом деле уже достаточно давно. То есть, твоя идея далеко не новая. Да, будет очень круто, если будет... То есть, если открываться анимание... Да, открываться анимание шкафчика. Анимация открывания шкафчика — это не обязательно. Но вот то, чтобы на полочках лежало, да, очень сильно бы хотелось, конечно. Так, так, стоп, с передатчиком. Сейчас все будет. Так, место еще есть. Мне надо сделать... Вот так. Вот так вот.
Так, позвенел немного, бывает. И вот так вот. Место еще есть? Место есть. Отлично, убираем коридор. Такс. Теперь мы просто ставим шлюз сюда, в дом. Вот. Not bad. Чуть-чуть титанчик у меня сейчас еще останется, но в основном вот то, что мне надо, я уже построил. И, естественно, еще одну солнечную панельку надо поставить. Ать. Не переезжай через 2 недели, у меня нет лишнего вывеса, но ты можешь подогнать мне ноут, я не против. Ну, на самом деле, это здорово, Лерка, я тебя поздравлять могу. Да, чё могу, я тебя поздравляю. Переезд — это дело прикольное. Так, вот сюда вот пойдет уже коммуникатор. О! Вот так вот я придумал. Чтобы он мне просто вот в этой классной большой комнате не мешал, сюда просто его отправить вот туда. Такс. Живая стена. Потому что. Просто потому что. Такс. И живая стена вот сюда вот. Алакет. Просто мне нравится, как она выглядит. Такс. Теперь чем? Сколько у меня титана есть? Всего 4. Всего 4 титана. Не, мне реально надо что-то с этой задницы схватывать. Ну иди сюда, кусок куска. Сюда иди, я сказал. Я чё, пофигу, что ли? Вот, наконец-то. Сюда иди, кому сказал. Вот жопа, а. Вот да, я даже в ластах нахожусь. Но ее безумно сложно догнать. Я даже бояться перестал. Сюда иди, Фэй. Смотри, даже не сваливает. Она просто кругом гуляет и даже не сваливает. Ну, пошла отсюда. Сейчас какая-то она на самом деле слишком мирная. Она даже не пытается меня сожрать. Все, отправил ее нахрен. Вот пускай туда и плывет. Когда-нибудь я с ней еще встречусь и наваляю по самые помидоры. Но только не сегодня. Че, квадробушка пришел? Здорово, квадробушка! Такс. О, кварц, прикольно. Позвенели кварцем, неплохо. Так, еще титан. Естественно, мне сейчас титан понадобится достаточно прилично. Мне же надо весь дом этот расстраивать. Ну, не в смысле... А в смысле строить больше, да. Так, титан же ж. Костюм защитный запилю. Чуть-чуть попозже. Запилю. Чуть-чуть попозже. Какие у тебя ощущения от игры на механической клавиатуре? Великолепный, я обожаю механическую клавиатуру. Ты знаешь, к ее звуку очень быстро привыкаешь. И раньше, когда она у меня только появилась, я не замечал ее звука днем, но он был очень заметен ночью. То есть ночью, когда все стихает, и вот это вот щелк-щелк-щелк, да? А сейчас даже ночью перестал замечать. Мне безумно нравится механическая клавиатура, нравится ее щелканье вот это, нравится ее отклик, нравится само ощущение от механической клавиатуры. Я понимаю, что на стриме, скорее всего, слышно щелканье, да и это обычное дело для меня уже, да? Но, как факт, механическая клавиатура безумно нравится. Я обожаю механическую клавиатуру. И с Razer, собственно, вот этой мех-клавиатурой я не слезу еще ой, как долго. Так же, как и с Razer Imperator, как мышки. Потому что когда у меня сломалась моя, а они ее перестали выпускать, нет, я все-таки нашел себе такую и заказал просто. Причем по той же цене, по которой я фактически ее покупал. Поэтому ощущения великолепные. Если бы они были хреновые, поверь, я бы не стал просто на ней играть. Так, мне теперь нужен титан сделать парочку грядок. Или троечку грядок. А где мы берем титан? Правильно. Сталкеры, здорово. Ну, со мной здороваются прикольно такие. Так, где тут у вас титанчик? Это только одно гнездо. Причем это даже не гнездо. Кстати говоря, у меня человек-сосед проснулся. Ребята, я надеюсь, вы этот стук не слышите. Дай-дай-дай, кислород. Дай. О, мнем-мнем. О, кстати говоря, мозговой коралл. Точно. Ау! Ах ты жопа, а.
Задница. Вау! А вот это как-то побольше задницы уже. Пошел отсюда. Я сказал, пошел отсюда. Ага. Ага. Я его кулаком бью, да? Классно. А можно нож в руки взять, пожалуйста? Спасибо. Так. Все, изучил. Окей. Так, здесь у нас что? Песчаник, золото. Так, во, еще титанчик. А вот это уже гнездовье. Вот это уже прям гнездо сталкеров. Правда, если я заберу весь титан, то они банально вымрут. Ну, что-то вроде этого. Такие твари прям, фу. Так, давайте один металлолом я им оставлю и сам поплыву домой. Шаг, а коридор между комнатами точно нужен. Может, оно и без коридора построится. Леон, оно строится без коридора, это факт. То есть, можно две комнаты просто так вот поставить друг напротив друга, и они соединятся без этого коридора. У меня есть три причины, по которой я ставлю этот коридор. Вот этот. То есть, можно обойтись без него, безусловно. Но причина номер один. У меня из этого коридора может быть установлена лестница наверх, если я собираюсь что-нибудь на втором этаже строить, да? Без этого коридора лестницу поместить сюда нельзя. То есть, если ты просто, вот смотри, можно просто вот так вот комнаты друг к другу поставить. Сейчас. Вот, видишь? Он совершенно спокойно ставит комнаты между друг другом. Но между ними слишком мало пространства, чтобы туда, чтобы лестницу наверх пустить. Там ничего не умещается. Это первая причина. Вторая причина. Я буду делать 4 комнаты вот так вот квадратом, и между комнатами у меня будет сажаться растение. Это номер два. И третья причина. В таких коридорах очень удобно ставить стекла, либо перегородки, в зависимости от того, что ты хочешь. В обычных коридорах, которые между двумя комнатами, нельзя поставить стекла или перегородку. В этом можно. То есть можно поставить банально просто стеклянный коридор, если хочется, да? Но вот именно мое, это моя хотелка такая, и три причины на нее. Почему я комнаты соединяю исключительно коридорами, а не просто так друг с другом. Вот и все. Так, теперь чем надо металл, точнее металлолом, да, превратить в титан. Делай башни из комнат так практичнее. Альбатрос, а верхние переходы ты на чем будешь делать? То есть ты будешь бегать из комнаты ради переходов, по-моему, здесь вода? Не, показалось. Это свет такой. Аллилуйя. Святая комната. Так, ладно. Мне нужна внутренняя грядка, как минимум. Желательно даже две. Так, первая внутренняя грядка. Подожди, пока сажать тебе нечего. Вторая внутренняя грядка. Вы можете спросить, почему я их не делаю четко там, где им положено быть? То есть вот на этих квадратиках это же было бы вполне логично. На самом деле нет, потому что если делать в квадратиках, то ты хрен сможешь перейти по горизонтали. А я уже сказал, что у меня будет квадратная комната, да? Я не по диагонали строю переходы, а по горизонтали именно. Поэтому мне пришлось по диагонали размещать эти внутренние грядки. Это П. Практичность. Так, хорош, три грядочки, а вот с этой стороны будет водоочистная станция. Опять же, по классике. Шаг, ты успеешь сегодня на Аврору всплывать? Нет, сегодня не успею точно. Сегодня на Аврору мы не поплывем от 100%. Такс, пока все сюда сплавляем. Попить можно. Так, теперь правой кнопкой мыши. Я даже левую кнопку мышки нахрен отпустил. То есть у меня палец сейчас только на правой кнопке мышки находится. По-моему, мне придется ЛКМ сейчас нажимать, чтобы... Да. Так, ЛКМ, ПКМ, 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 ПКМ. Так. ЛКМ, ПКМ, 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 ПКМ. Это будет рассада чисто этих... Дыньк, арбузиков. Арбузодыньк. Вот, и здесь уже погремки будут. Прикольно. Ну, вот это сейчас вся шняга будет расти, и, в принципе, я не буду больше нуждаться ни в еде, ни в воде. Здорово, Ари! И тут кубизм Майна, блин, недостаточно.
Между прочим, ты думаешь, блин, понимаешь, если бы квадратики были только в мане, я думаю, наша жизнь была бы очень сильно скучной. Я не замечал этого раньше. Забавно. Так, ну что ж, я пустой. И это не может не радовать на самом-то деле. Мне нужно сейчас еще энергии добыть. Мне нужно кварц, и мне нужен титан. Титан таки реально очень нужно, потому что сейчас я практически весь титан свой потратил. А еще, да, чтобы сделать защитный костюм, мне нужна будет медь. Сейчас поплывем трубу изучать. Я надеюсь, мне инвентаря для трубы-то хватит. Я очень сильно на это надеюсь. Ближайшая труба ко мне, она находится где-то тут. Вот она. Хоть что-то еще в Субноутике допомню. Так, позвенели. Ну, в принципе, да? Хм, внезапно в ней соли стало больше. Я не помню, чтобы в этой трубе соль была. Это забавно. Так, титан, кварц. Ага, странное растение. Так, так. Ну вот, собственно, труба наша. Блин, я правда без фонарика. Такой себе. А почему соль тоже звенит? Как кварц. Хм. Не могли, что ли, два разных звука сделать? Ну, бросьте, вы чё вот так. Было бы два разных звенящих звука, было бы намного лучше. Кстати, я понял, почему мне так неудобно. У меня сканер на 5 должен стоять, а на 1 фонарь. Я думаю, чё мне так непривычно на 1 сжать ради сканера? Так, здесь нет нифига. Без фонарика хреново. Когда фонариком освещаешь, намного легче понимать, где ресурс, а где просто, ну, выемка такая. И, по-моему, где-то рядышком должна быть камикака. Изучить? Что изучить? А-а-а, крапива. Жилковатая крапива? Что? Вот когда это растение синим веером, или как он там, веер назывался, какой-то там веер, это было намного лучше, чем жилковатая крапива. Ах. Как у меня яй-яй, честное слово. Жилковатая крапива. Дарю! Так. Под хвостом у сталкера просто так беспалево. Чё у меня по инвентарю? Инвентарь даже еще есть. Это хорошо. Такое чувство, что персонажи и ракет, если смотреть на тень. Где у меня тень сейчас? Так, тень, ты где? Ну, может быть. Наверное, это просто как он. Ну, шлем такой конфигурации. Это не ракет скорее. Просто у него. Ты же, ну, не знаешь, насколько это гуманоид, да? Может, это даже не совсем человек. Может, у него голова вытянута. Ой. Привет, Пескун. Добыл ресурсы, просто Пескун мимо проплывал. Окей, так. Один свинат я выкину и возьму медь. Медь важнее свината. О, у меня рядом с этой трубой база, да? Понял номер. В принципе, удобно, но вот мне то место гораздо больше нравится. Вот и все. Бывает, Аладнир. Сочувствую. Это все равно, что мне зафакапить прохождение больше и проходить заново. Я прям понимаю это чувство. Так, здрасте. Так, теперь чем? Значит, мы должны сделать себе титанчика. И, наверное, сделать еще пару стекол, сделать достаточно приличное количество шкафов. И, наконец, отсортировать все. То есть, титан в один, разное по ресурсам в другой, разное по хламчику в третий и так далее. Удобно будет. Так шлем же. Да не, без сомнения шлем, Альбатрос. Просто он немного вытянут вверх, понимаешь? Он не такой круглый, насколько мы привыкли, например. Именно в этом, ну, дело. Ночью в поисках тени. Ну да ладно, здесь от луны тоже свет есть. Здесь причем, я мог заметить, что здесь такое чувство, как будто несколько фаз луны. То есть когда-то света от луны больше, а когда-то меньше. Это несколько странно, но это весьма забавно.
Так, теперь вот это мне надо взять. Так. Ага, это пустой. Отлично. Значит, здесь у нас будет только титан. Жалко, никакого shift-клика нету. Вот просто все одинаковые ресурсы сложить. Просто shift-клик, складывание. Здесь у нас будет кварц, медь. Пока золото. Такс. Здесь у нас будет свинец, соль и же с ними. А здесь будет разное. Это зубы сталкера, аптечки, образец коралла, батарея. Пескуна, кстати, сюда положу. Вот. Пескун! Прикольный такой. Так, что у меня там по росту? По чуть-чуть... О, арбузики выросли, найс. Они еще растут быстро, это очень... А, процесс, блин, почти выросли. Они еще растут быстро, это прям очень приятно. Тут 33%, тут уже 90... Ну, сколько процентов-то, ё-моё? 99. Сейчас вырастет. Все, взять мраморные дыни. Ок. Так. Правда, каждый раз, да, вот, когда ты берешь что-то, приходится закрывать нафиг все. Так, правда, не-не-не-не-не, я немножко глупо сделал, мне сейчас надо сделать так. Вот так, двух дынь мне хватит наесться. А вот эти дыни надо... Так, ща, ребят. Надо одного чувака из Тима из друзей удалить, секундочку. Такс. И вот это уже все посадить, собственно. Другое дело. Так. У базы одна проблема, это место под стыковочную шахту. Ибо фиг найдешь то место, которое твоей душе нравится. Не знаю номер. Я вот конкретно в моей вот этой базе я это место уже давным-давно нашел. Под стыковочную шахту. И оно мне очень сильно нравится. Сейчас покажу. Да я думаю, ты меня не первый раз обновочку смотришь, поэтому знаешь. Вот оно. Очень простое место, которое изначально, у которого изначально есть проплыв. И когда ты строишь шахту, вот эта вот фиговина здесь убирается, да? И здесь совершенно спокойно может проплывать мотылек и стыковаться. Я делал его дважды. Я делал его здесь вот, ну в двух местах. Вот либо здесь, в расщелине, либо вот здесь вот, вот на месте вот этого домика, да, этой комнаты. У меня была стыковочная шахта, чтобы вот просто по спуску можно было приземлиться. Но мне понравился момент там в расщелине. Просто очень хорошее место. А что-то человек с ними делает? Да, просто... Просто написал лол. Или чё, или просто смайлик написал. Ну, короче... Люди, которые просто пишут во время стрима, отвлекая. Не ок. Вот, поэтому таких я из друзей предпочитаю удалять. Чтобы банально больше не мешали. Я ставил один горшок на циклопе, как раз три дыни съедаешь, четвертую семена место не занимает, еда всегда есть, и вообще классно. Согласен, да. Я, правда, на циклопа ставил, ну, когда, то есть, здесь понерфили деревья, да, в качестве источника еды. До того, как их понерфили, я на лерку, ну, в смысле, в лерку, в смысле, в циклоп, ставил деревья. Четыре дерева у меня росли постоянно в циклопе. Сейчас, видимо, да, сейчас надо будет на дыньках выживать. Леркины дыньки. Так, ладно, два титана. Два кварца. Вот сейчас я отсортировал все, да? И сейчас уже понятно, каких ресурсов у меня сколько есть. Очень удобно. Люблю порядок. Так. Давай. Ну. Что-то не так красиво будет, блин. Интересно, почему он только так может? Пипец. Ну ладно, делайся так, чё ж. Хрен с тобой. Будет хоть и не так красиво, но, по крайней мере, эффективно. Отвлекать плохо, с обновотики привык на начало, сначала это база под новое место есть. Под новое месть? Место, я понял, да. Горшок с китайским картофелем и горшок с луковичным деревом, никаких проблем. Да ладно, если они луковичное дерево только подняли. Потому что луковичное дерево, на самом деле, оно хренью было и до этого уже.
Так, хорошо. Это мы сделали. Так, теперь костюм, да? А, сетчатое волокно. Так. Вот. Значит, что нам надо сейчас делать? Чтобы мне больше очень сильно не отвлекаться часто и не плавать за сетчатым волокном, либо за этими плодами, да? Мне нужно вот здесь вот сделать две наружные грядки. Пока что здесь, да? Кстати, с наружными грядками, ребят, всегда будьте внимательны, потому что когда вы... Знаменитый выживший с кораблекрушением Крейг выжил в течение 47 месяцев, питаясь живыми древесными тараканами и болотными корнями, готовив из них сырой полезный салат. Таким образом, выращивание инопланетных растений и исследование их эффектов является проверенной стратегией выживания. Спасибо. Вот. Фишка в том, что когда вы рядом что-то строите с ними, вообще рядом с любым внешним объектом, да, они могут просто исчезнуть. То есть, если я вот сюда, например, проведу коридор, вот так вот, то они, скорее всего, исчезнут просто. Никто вам ничего не вернет за них, никакие ресурсы строительства. Они просто испарятся. И если вы уберете коридор, естественно, назад они не вернутся. Поэтому стройте внимательней. Что не так с моими дыньками? Не, Лерк, все нормально с твоими дыньками. Все даже где-то великолепно. Будут в тебе дыньки, причем даже не две. Скорее всего, около 16. Так ты не ответил на вопрос, сколько времени еще потрачено на субнаутику примерно. Не знаю, Кать. Ответ очень простой, КТТС. Так, так сразу. Я закончу субнаутику, перейду к XCOM. Поэтому точное время я тебе говорить не могу и, собственно, не буду. Никогда не буду. Так. Это 6. И по-хорошему, ну ладно, еще 3 я соберу, но по-хорошему мне надо еще 3. Ну ладно, перебьюсь. Так, еще 3 собрали. И, в принципе, можно домой выращивать это дело. Па-парам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 . Ох, помню, первый раз я решил в субнотику. Играл в субнотику и решил переставить шкаф, а там были вещи. Я потерял эти вещи, не зная того, что они пропадут. Да! Я этого, к сожалению, делал дважды, по-моему. Этого делал. Я это делал дважды, насколько я помню. И со второго раза что-то запомнил надолго, потому что у меня в шкафу было порядка там 10 серебра, что ли. И я очень жалел, что я их потерял, поэтому я запомнил надолго. Что делать так желательно не. Так. Это есть, значит, посадочки у нас есть. Окей, теперь костюм. Значит, сейчас я смотаюсь за сетчатым волокном. Для костюмчика два свинца у нас вроде как было. Можно поставить радиационный костюм и посмотреть, что у нас там в этой, в капсуле. Наверное, в седьмой она поближе все-таки будет. Открыто ребризер, открыто сетчатое волокно, открыто катушка давя. А вот то, что ребризер открыт, это уже прикольно. Пи-пи-пи-р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 и
изучение ребризера. Он раньше был доступен, момент изучения, да? То есть он был вообще постоянно. Потом его убрали как факт. Его нельзя было нигде изучить. Сейчас его сделали при добыче водорослей. Это, в принципе, ок весьма. Так, сетчатое волокно. Сетчатое волокно. Угу. И... два свинца. Так, нет, тут. Оп. И вот у нас, собственно, антирадиационный костюмчик. Нойс. Сэшак, спасибо, что в Стиме это добавил. Я не знал, что ты добавляешь, если что мне... Да номер, мне на самом деле пофигу. Я просто добавляю всех в Стиме, кто хочет. А если человек мне мешает, я его удаляю. Вот и все. Отсыпь доступ моих дынек. Не, я, конечно, могу постараться их отсюда в вакуум отправить, но для этого нужна либо жуткая катапульта, либо работающая Аврора. Статус экипажа Аврора, также передача Дани... Что? Статус экипажа Аврора, также передача дальнейшего действия на корабле, не ясен. Если любой из дата колец корабля останется целым, данную информацию возможно извлечь. Окей. Так, что у меня есть? У меня есть костюм теперь. Вот, да. Костюмчик антирадиационный. Это хорошо. Ох, что у нас с этим? С глайдером. Ё-моё. Батареи, смазка, медная проволока, титан.
Батарея, смазка, медная проволока, титан. Это три меди надо как минимум. Смазка есть, батарея, ну, батарея, это включая медьку. Поэтому, ать, оп. Синюю, по-моему, сейчас изучим. Блин, надо скоро будет батарею заменить в сканере. Жуть. Так, у, красиво. Тан-тан-тан-тан-тан. Затик, вот давать все-таки. Так, медька, 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 медька. Раз, два, три. Так, батарейка есть. Медная проволока есть. Так, смазка есть. Титанчик есть. Та-дам! Вот у нас, собственно, глайдер. Хорошо. Глайдер, в принципе, это хорошо. Ты пойдешь у нас на четвертую позицию. Надо пойти поесть. В принципе, сейчас, наверное, что-то вроде ночи будет, я так полагаю. Поэтому такое себе сейчас вытрухаться на улицу. И есть, и есть, и есть, и есть. Хорошо. Так, теперь не. 16 дынек высажено. Окей? Окей. 4 дыни сожрано. Окей? Окей. Чё? Пык-пык. Это потому что с капсулу 6 Авроры. Ага. Значит, капсулу 7 я изучу, 8 мне пока не нужна, а 6 мы в себя вставим. Оп. Так, пока что в разную капсулу с этой я поставлю. Где у нас шестая? Спасательная капсула 6, она вообще очень близко. Я даже знаю, где она находится. Я ж был там не один раз причем. Окей. Шестая спасательная капсула — это одна из самых известных, пожалуй, капсул. Уи! Батареек нет ни хрена. Уи! Никто не квадроп, только квадроп-квадроп. Это да, тут инквизиторов лучше не обижать. Это факт. Стар, здорово, стар. В этой капсуле я уже был, мы в ней уже что-то пытались найти. Что? Что я изучить мог? А, я пескуна, видимо, изучить мог. Окей. Вот вулкан, от которого я, собственно, энергию черпал в свое время, да? Разбитая капсула. А-а-а. Так, а вот это уже интересно. Ну-ка, ну-ка. И чё? А показать не? Это интересно. Спасательная капсула. Так, люк закрывается, кашляет, вот возьмите. Посмотрите, что мне с этим делать. Экипаж. Я запрограммировал изготовитель, просто вставьте материалы. Антирадиационный костюм изготовлен. Пассажир, там говорит, что материалов достаточно только для изготовления одного. Экипаж, это все, что я смог найти. Вы должны взять его. Пассажир, вы хотите, чтобы я оставил вас здесь? Черт меня бери. Нет, найдите офицера Кина в назначенном месте, пошлите кого-то назад за мной с антирадином. Вы бездарны, Если кто-то должен идти, то это ваша обязанность. Хорошо, хорошо, я пойду. Люк открывается. И держитесь подальше от места крушения, если рванет ядро привода. Слушай! А какого хрена здесь сообщение было оставлено? Если она вся из себя такая разбитая, капсула, почему мне сообщение только сейчас пришло? Если она такая разбитая. Это как немного не вяжется друг с другом. Еще один оставленный КПК, ну-ка. Так. Мне нужно, чтобы сохранять спокойствие. Корпус не поврежден, но ничего не предоставляет опасности. Это первая, кстати, да? Это уже вторая. Где спасатель? На Авроре никто не выжил, мэм. А как же спасатели? Они погибли, мэм, они все мертвы. И что вы собираетесь делать? Мы не можем ждать здесь спасения. Мы сделаем антирадиационный костюм и отправимся на место встречи.
Недалеко от наружного этажа металла КПК связан с изготовителем. Хорошо, мы должны выйти наружу на место сбора материала. Мы — это ваша работа, не так ли? Присматриваю за пассажирами. В разумных пределах. Прошу прощения, забудьте, я пойду, только не думайте, что я найду достаточно материал для нас обоих. Да, оказывается, там какая-то пассажирка. Во-первых, это она, во-вторых, она такая мразь, что просто забей. Ну да ладно. Так, окей. Давайте на седьмую тогда поплывем. Мне даже интересно стало немножко. Капельку, так сказать, интересности. Но сначала домой за батарейкой, пожалуй. Причем я поплыву, скорее всего, пешочком. Так проще. Да, Альбатрос, я понял, понял. Убивают больше всего Ариза. А, это вы про этот, про Ваху? Лучше всего в рукопашке Шокерана, самый живучий, ты всего 10 смертей за все игры. А у остальных от 20 до... Ни хрена себе. Ну хотя бы в рукопашке лучше, и на том спасибо. Жить. Ой, да ладно, Елос. Нашел к чему придираться, вот честное слово. Это как, знаешь, атомная АЭС, да? Что-то вроде этого. Да ладно, забей просто. Здорово, порза. Я полагаю, что мне понадобится на самом деле еще один баллон. Поэтому я смогу? Да, я смогу изготовить его еще один. Чисто так, на всякий случай. 105 кислорода это мало, учитывая, что там капсула находится явно не на поверхности, как вот это. Она находится гораздо ниже. Так, есть еще один баллон. Пойдем посмотрим, созрели ли дыньки. Или хотя бы... О, ягоды созрели. В принципе, можно ягоды попробовать сожрать. Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Найс. А, я за батарейкой пришел. Точняк, 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 точняк. Батаруйкин, вот он. Батареечка никогда не бывает лишней, правильно? Эх, правда, сейчас у нас ночь наступает. Мать. Не, ну поплывем по чуть-чуть, а там посмотрим. Я помню, что она в красном биоме, поэтому как бы хреновато там плавать. Но здесь у меня есть, собственно, фонарь такой. Поэтому, в принципе, ок. То есть как бы сложно, но все-таки ок. О, у меня FPS просел, кстати говоря. 30 FPS всего сейчас было. А че это FPS, интересно, просел? Я что-то изучить мог? Вьющаяся водоросль. Тоже прикольно. Фу. Ах, навоняли-то. Так, погнали дальше. В принципе, не так уж и далеко спасательная капсула. Примерно там же, где та была, только относительно меня сейчас. Так, вот эта разбитая фигня. Я ее уже видел. Если здесь что изучить? Походу, нет. Походу, здесь только металлолом. Ладно. Посмотрим, что за капсула. Я так понимаю, что да, это уже красный биом. Это красный биом на пути к грибному биому, а спасательная капсула, капсула, видимо, располагается там, где раньше располагалась основная часть Авроры, которая здесь была по пути. И да, без антирадиационного костюма хрен бы я сюда доплыл. Это факт. Привет красным акулкам. Так, вот спасательная капсула. Номер 7. Окей, погнали наверх. Сначала кислород, потом уже спасательная капсула. И это точно. Здорово, Кость. Так. В красном биоме по мне слишком мало акул. Это странно. Да не, нормально. Мне хватает. А раньше место расположения акул, понимаешь, было конкретно рядом с частями Авроры. Вот часть Авроры, и там было куча-куча-куча акулок. А, нет, пробит борт. Так. Взять компас. Прикольно. Так, крафтилка такое. Ну-ка. Экстренная запись инженеров.
Интересно, рядом есть еще что-нибудь или нет? Я что-то рядом еще одного КПК не вижу. Соль вижу. Акул вижу. КПК не вижу. Пиявки, как я по вам соскучился-то, блин. Знакомый блинский звук. Так, ладно, ну нафиг, погнали отсюда. Толстяк! Люблю этих рифоспинов, они такие офигенные. А самое главное, они мирные. Это их главное достоинство. Но они красиво выглядят. Вот когда вот именно так плывут вместе, допустим, да, прям... Очень красивые. Да, да, да. Оп. Так, нет. Батарейку заменили. Погнали отсюда дальше. Точнее, назад. Хм. Неужели... Да не, бред. Я просто не видел вот эту вот хрень над... Ребят, неужели во время стрима эта хрень добавилась? Или я настолько слепой, что я ее не видел? Я видел там столы и стулья, это да. Но вот эту хрень надо я не видел. Неужели экспериментальная версия настолько экспериментальная, что она добавляется по... Ну, то есть, в реальном времени. Они сейчас это делают, и это сейчас ко мне добавляется. Не было же этого, правильно? Ну, реально не было. Это одна из стенок Авроры. А это, видимо, то, что в ней должно быть. Неужели я просто этого не видел? Да бросьте. Вот, я здесь изучил столы и стулья, а это одна из стенок Авроры. Они пилят новую часть Авроры, понимаете? Неужели это реально в реальном времени обновляется? Это пипец какой-то. Ну ладно. Еще большие ходуны, когда стаи ходят, это прикольно. Да, тоже неплохо, весьма. Вид тоже отличный. Ладно, погнали домой. Ну нафиг. Добавляется с обновлением, не выдумывай. Ладно, не буду. Так, стопэ. Ну и хрен с ней. Так, значит, что у нас по поводу выжившего КПК там? Экстренная запись инженеров. Черт побери, как мы найдем остальных без радиосигнала. Мы знаем азимут. На место падения остальных спасательных капсул компс находится в аварийном шкафчике. Вы хотите пойти туда? Придется, рано или поздно. Мы должны перезапустить межзвездный коммуникационный радиопередатчик на Авроре. О! Построить постоянную базу. У вас есть строительный инструмент? Да, он, ну, черт, я оставил ее в отсеке роботехники. Не парься, нет, я конкретно облажался. Изготовитель не повреждён. Все, что нам нужно, это несколько простых материалов. Эта планета не может быть пустой. Давайте выйдем туда и выясним это. Ок. Видимо, какой-то отсек робототехники добавлен в Аврору, я даже не знаю. Но это забавно, по крайней мере, реально забавно. Так, не, глайдер не сюда, сюда у нас металл пойдет. Глайдер пойдет сюда, так же, как и пустая батарейка, к сожалению. Так, титанчик, кварц. Я не знаю, компас, в принципе, можно и в себя впихнуть. Чего ж такого-то? Ну, собственно, компасик у нас теперь есть. Видите, под энергией появился. Так, это значит, я все изучил, да? То есть мне нужен 8-й сигнал. Мне не нужен 7-й и не нужен 6-й. Вот. До 8-го как-нибудь надо будет добраться. Где он, кстати? Так, это дом. Аврора там. Не понял. А, я на себя его не надел, да? Вот. Вот. Спасательная капсула 8. До нее надо будет как-нибудь добраться, но... Я думаю, что сделаем это в следующий раз. А баган на сегодня субнаутикой... Все. Сохранимся. Сохранить. Да, это обязательно, естественно. Все, игра сохранена. И выходим.